Раннее утро сегодня, 24-го. Это нас привозил сюда Роман Малыш. Без него мы никуда. Ну, руки трясутся у меня так. Это он все. И вода через первый мостик пошла. Вчера ночью выступила. Перешла через край. Но размывать теперь она уже не сможет. А тогда, как только пошла вода, все, движение прекращается. Вот Роман поехал домой. Видели, как Сергей Пупков трех собак повел на дрессировку. Вон туда, прямо в дальний конец, где Рыжковский пруд. Ну, у нас тут оставался бульдозер на месте. Похоже, все благополучно. Вот так. И вот. Это наша трасса. Плохо я тут показываю. Коршун сидит тут. На нашей трассе. Показать. Коршун. Где-то тут сидит, что-то я его не вижу. Вот он. Ну еще коршун. Все. Посмотреть тебя поближе. Дашься, нет? А рядом тут озеро. Озеро настоящее. Тишина. Отображаются кусты в воде. Вот он, коршун поднялся. Парит. Рыбу ловит, и утят, видать. Отдыхает тут. А это вот лог. Главный лог. Здесь. И вот он в логу. Стоит туман. Туман березки, видать. И какая идиллическая картина. Комары кусают меня тут. Ну, это все. Чего комар? Комар не вредный. Комар – это рыбам питание. Он откладывает свои. Вон, даже видать, как поднимается пар. Пар поднимается. Ну, а тут это солнышко, видать. Трава, ковыль, росой покрытые. Интересно. И тут лог дополнительный. И тоже туман стоит. И в воде отображается все. И леса. Там коршун теребит, видать. Уток. Вот это у нас трасса. С этой стороны будет закончена. С этой стороны. На ту сторону переехать надо будет. Половина трассы. Вот так. Вот он ощущает машину свою. Ломиком.